брачные договоры, отчуждение недвижимости, оформление наследства. Для многих граждан вопрос правильного оформления этих документов уже не стоит. Все же годы повышения правовой образованности населения дают свои плоды. Все чаще брещане используют возможность бесплатного консультирования, чтобы разобраться с нестандартной проблемой. Раиса Богданович обращалась к специалистам с комплексным жилищным вопросом. Он стал ребром из-за несогласия сестры, владелицы одной части дома, регистрировать объекты. Я позвонила и без вопросов меня, в принципе, сразу же девушка подняла телефон, записала меня. И вот таким образом я сюда попала. Узнать, что мне делать, что человек не соглашается на регистрацию вот этих двух объектов, хотя предварительно она сказала, я буду их регистрировать, а когда я сделала весь проект, заплатила за проект деньги, вот ты мне выдала этот проект, и мне нужно всего лишь ее согласие, я просто растерялась, я думаю, что же мне делать дальше. Я удовлетворена ответом, конечно, я ответом ихним, то, что они мне сказали, что все это решается через суд, и я должна обратиться в суд, я этим удовлетворена, что они мне рассказали. В Брестской областной нотариальной палате специалисты сразу нескольких представительств рассматривали разные ситуации, объясняя все в подробностях. Вопросы с каждым годом все сложнее и сложнее. Вот сегодняшние вопросы, они больше обращены к адвокатам, потому что людям надо обращаться за разрешением проблем в суд, и поэтому вопросы сложные. Нотариусы обращаются, когда уже бесспорные вопросы, то есть нотариус поможет, все расскажет, все оформит и разберется с вопросом. Комплексный подход к проблемам горожан, специалистов, представляющих разные отрасли права, адвокатов и нотариусов, судебных исполнителей и представителей социальной защиты пользуются популярностью, ведь благодаря такому подходу решить вопрос возможно намного быстрее, что самое главное, в одном месте. В Республике Беларусь работа по правовому просвещению координируется Министерством юстиции Республики Беларусь. В Брестской же области данная задача поставлена и контролируется, и реализовывается Главным управлением юстиции Брестского областного исполнительного комитета. Существует интернет-портал «Правобай», в котором, в принципе, люди могут получить для себя необходимые ответы на поставленные ими вопросы путем изучения самостоятельно и кодексов, и иных нормативных правовых актов, которые, в принципе, раскрывают практически большинство вопросов, которые они задают нам. Ирина Левчук, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания БукТВ.